Почти во всех Samsung есть кнопка улучшить чувствительность. Даже в старых, вот. Такая кнопочка есть. Есть на 10, на 11, на 51. Почти всех. В Samsung 12 такой функции нет. Но у вас есть два других способа. Первый — это начать пользоваться не касаниями, а жестами. На жесты, то попробую через день-два уже касаниями не захочет пользоваться. Вот здесь можно увеличить чувствительность. Пользоваться очень легко. Например. Второй способ — это откалибровать экран. Если вы наложили стекло, вот такое приложение скачать. Или уже от старости начал сенсор плохо работать, установите приложение вот такое. И здесь выполняю инструкции. Вот на этом экране выполните все инструкции. Но я не буду до конца, здесь что-то 5 инструкций. Тогда сенсор должен улучшиться. Спасибо за просмотр.